Выбор у человека есть всегда. Это может быть, конечно, какой-то и здоровый образ жизни, это могут быть и наркотики, алкоголь, то есть уход в состояние эйфории. Но давайте подумаем о том, что это состояние эйфории потом приводит к тому, что разрушается тело и опустошается душа. Для того, чтобы смотреть на мир чистыми и светлыми глазами, нужно, чтобы и мозг человека, душа человека были чисты. Не нужно цепляться вот за эти якоря, которые нас тянут вниз или которые держат нас на месте. Нужно в первую очередь познавать самого себя, что очень важно для человека. Если вы будете заниматься чем-то в своей жизни помимо каких-то развлечений, а если даже и развлечений, то которые бы давали бы именно вашей душе какое-то развитие, вот это и есть перспектива для вашего развития. Выбор есть всегда. Это такое утверждение дают нам психологи, и мы практикуем его в своей жизни.